В ночь на воскресенье российская армия выпустила по Запорожью ракеты С-300. Одна из них упала в жилом районе города на территории одного из предприятий. В результате обстрела возник масштабный пожар. Горел склад на территории. После того, как огонь удалось потушить, спасатели начали разбирать завалы. В принципе, как всегда, в этот раз был погромче, просто лежал. Всегда взял за телефон, попал громкий взрыв. В принципе, и все. Под завалами обнаружили тело 40-летнего мужчины. Ночью, по словам его матери, он находился на складе. По словам женщины, ее сын был исполнительным директором их компании. Вы его сразу увидели, нашли? Или вам... Нет, его откопали. Откопали. У него семья была? Конечно. Жена и дочь, они сейчас в Варшаве. Давно выехали? Ну, с начала войны. По данным главы областной военной администрации Александра Старуха, еще одна ракета упала в частном секторе. Взрывной волной выбила окна в домах и в припаркованных автомобилях. Анастасия Лисовая для телеканала Freedom.